Волнением пропитан воздух возле 101-й школы. Выпускники осторожной поступью проходят в кабинеты, где предстоит первое в этом году испытание по единому госэкзамену. 89 школьников в губернии выбрали географию, 1100 ребят – литературу. Нужно знать только определение и произведение, а дальше уже искусство слова. Просто выражаешь себя, наслаждаешься, можно даже наслаждаться этим экзаменом. Надеюсь, хотя бы хорошо написать, чтобы смогла в институт поступить, по баллам пройти. Вот. Волнуюсь, конечно, потому что от этого зависит все-таки будущее. За соблюдением правил следят наблюдатели. На экзаменационные пункты запрещено проносить мобильные телефоны, сумки, книги, лишь паспорт и бутылка воды. В Министерстве образования уверены, что регион успешно справится с испытаниями и не посрамит честь Самарской области ни по каким предметам. С точки зрения поддержания и развития нации и национальной безопасности важны, конечно, русский язык, литература и история. Поэтому предмет литература для нас очень важен. В этом году на 2,5% ребят литературу будут сдавать больше. Это такая хорошая тенденция. Наверное, во многом повлияло, что еще и сочинения пишем второй год и пишем, в общем-то, неплохо. Результаты по литературе и географии школьники узнают 7-8 июня, а в ближайший понедельник, 30 мая, все 14 тысяч выпускников сядут за парты сдавать русский язык. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.